Ну что, всем здравствуйте, привет, мы продолжаем с вами проходить, собственно, метро Last Light. Интересно. Вот, кстати, ребят, сразу я скажу, да? В конце прошлой серии я сказал в Телеграме, ну, кто проходил или смотрел прошлый день, знает, что здесь есть танец, да? Вот с этой девушкой. Вот, этот танец полностью не замыленный, без всего, есть в Телеграме, подписывайся на канал, тоже. Телеграм-канал, кстати, в описании, на ваш экран сейчас есть Телеграм. Подписывайтесь, тоже мне будет приятно, спасибо заранее, кто это делает. Там и танец сейчас, да, есть без, просто без вебки, без всего, просто именно танец и все. Незамыленный. И уведомления видео там, да, всегда приходят, то есть вовремя, потому что я знаю, что... Да можешь не говорить там, блядь! Кричит это, блядь. Короче, это отправляет иногда не вовремя, да, или вообще не отправляет уведомления видео, а чтобы первым знать, когда вышло видео, подписывайся да, на телеграм-канал, он находится на вашем экране сейчас, да, по QR-коду можешь сканировать просто быстренько, перешь сразу на телеграм-канал, и все будет сразу тебе видно. Вот, подпишись, мне тоже будет очень приятно, спасибо, кто это делает. Вот, собственно, прошлая серийка была довольно-таки интересной. Пацану все-таки мячик, да, ну, конечно, мячик, мишку отдали, ну, скажешь, что, кого. Посмотри, ссылочка в описании находится на плейлист, по-моему, прижимает на игры, и если ты компас смотришь сверху справа, там, находится буква А вроде, или выставляется знак такой в белом кругу, нажимай, там подсказочки будет, прошлая серия прилепна там, и плейлист с полком жизни данной игры. Также, если ты с телефоном смотришь, тоже те же самые подсказки, просто ниже описания спускаешься, там прилеплено все то же самое, то есть прошлая серия и плейлист с полком жизни прохождением данной игры, полком жизни данной игры. Вот. Так что как так, а так, ребята, у Саши поудобнее надевать предик, взять на предик, сидеть и кушать, предик, чипить, кайфпить или псевдо, при этом просмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, собственно, нам с тобой вот сюда, как я знаю, нет? Конечно, спросили, если кто-то вышел, я не знаю, куда идти, что, кого. Интересно. О, тухлое тело! Ладно, пошли. Я не знаю, куда нам с тобой идти, собственно, я реально не знаю. Пацаны, надо кому волыну. Есть реально, все, подходи. Да. А, вот сюда нам с тобой идти, ладно. Let's go. Реальные волыны для реальных пацанов. Налетай, разбирай. Если хочешь сказать, больше ничего нету. Ну, ладно, let's go. Собственно. Так, здесь у нас локация с тобой такая интересненькая. Чё вообще? Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кисло еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза, что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А чё ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Что?
Ну чё тут как? Тихо всё. Вы тут смотрите, до смены чтоб не капли. Да, ну им налазят фофу, да? Чё за ботва? Мы вил прям между ног просто. Чё ты там шаришь? Да на юге ж картинку обещал. А тут мастила этим ля. Не могли чё-нибудь поменьше чё намалевать? Так вылез сколько надо и все дела. Вот точняк. Сейчас только выберу чё покрасивше. Ну чё-то реально тут. Движняк какой-то. Я без понятия. А видишь, сука, это? Поехали. Бля, больно. Окей, ладно, хорошо. По стелсу, да, значит. Проверьте свою меткость. Погнали, по стелсу. Бля, я не вижу, куда идти, ребят. Не, походу глюки. Че? Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза. Что лажа все это про агитацию. Ну, тут, как? Ну кто на чемодан с бумажками забыл свечи? Не, ну что, мы совсем уже? Ну так, а они тогда чё? Ну а чё, так и поползли. Да на Гитлер картинку обещал. А тут хватило этим дня. Не могли чё-нибудь поменьше, чё на малевать. Не, ну когда уже пробовать будем, я уже ждать не могу, честно. Да куда ты пробовать, только пошло. Ну вот и налей, а то чё, согреть на него. И посмотришь, ничего с тобой не будет. Вот я ещё фильтр сейчас. Да нахер твои фильтры, трубы горят! Ну-ка, подводь спирит, чё за фильтр, чё за тема? Фильтр как фильтр от противогаза. Чё-то мне здешняя брага как-то не того. Дух чё-то... Ну, а с фильтром двойная же очистка. Другое дело. Не, ну ты гонишь. Нахера фильтр переводить, когда у вас... Ну, посылку мы открываем. За кого ты меня принимаешь? Кого же ты? Ты нужна нам больше та агитация. Тарабанили на Октябрьскую, дело с концом. Те самые заводские. Еще маслом пахнут. Говорят, на Октябрьскую цирку родов приехал. Не урод? Примолчались мы. Что? Все, пока. Бросай оружие!
руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суки! Артем? Ах ты, сука! Ну побежали, что за ним? Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Пусть так будет. Так, а здесь ничего нету, никакого там лута, че не лута. Да, встретили. Ну, короче, понятно, понятно. Предатель, предатель. Что могу сказать? Воспользовался. Итог. Воу, это что? Надевай. Это тебе мой презент. За бандита. Ничего, комбинезон прям, смотри, какой жесткий. Ну, поехали наверх. Поехали, погнали, блядь. Так. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Болото называется у нас с вами. Глава. Поехали, что, поехали туда. Надо новый этот взять, противогаз найти. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Окей. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Взаимно, давай. Спасибо. За твой подарок, скажем так. Ну, поехали, чё. Какие у нас с тобой задания, собственно, здесь есть? Ага, добраться до Октябрьской, найти топливо для паромной лебедки. Хорошо. Я испугался. Так, ну ладно, погнали, еще большая локация довольно-таки, надо найти с тобой топливо нам, да? Мне кажется, вот сюда как раз таки нет. Блин, здесь вода везде. Тихо-тихо-тихо-тихо. Там, видимо, радиация просто.
Так, значит, нам с тобой куда-то вот сюда. Еси, блядь. Блин, окружают. Блядь, нельзя. А здесь вода, что ли? Кто ты, блядь? Ты кто, блядь? Алло? Ты кто вообще, блядь, такой? Ты кто вообще? Так, давай-ка мы с тобой возьмем вот эту тему. Блин, я даже не знаю, понимаешь, нам куда-то... То есть нам туда нужно, получается. Демоны летают. Даже нам точно туда ведь? Или я ошибаюсь? Опа, вот это... Нужная тема нам. Добрый вечер. Запомним это место хорошо. Нам получается... Ну погнали, чё. А, нельзя было, да? Хорошо, там глубоко, окей. А куда в итоге нам? Я просто не могу понять. Получается, куда-то сюда нам с тобой, если в любом случае. Получается, нам с тобой сюда как-то, куда-то что-то тут делать нужно. Давай искать. Здесь ничего такого нету. Бежал, слышал? Так, здесь мы стой, сохраняемся. Что вообще? Типа снайпа, что ли? Да. Нам она не нужна, у меня калашки хорошие. А, у нас с тобой еще вот эти мины есть. Нормально. Так, ну здесь нам прям дают лута хорошо. Где-то там стреляют, слышишь? Да, где-то там стреляют. Блять, тварь ебаная идет, смотри. Да что ты... О, снайпу дали, зачем? Отдай. Да дай мне вот эту тему, блять. Смотри. Ладно, не дает мне. И здесь нам снайпу с тобой дают. Блин, тут тварь, да, какая? А вон, смотри, еще идет. Куда нам идти-то, я не могу. Ну, видимо, сюда, где эти темы появляются. Тихо, 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 тварь, блядь. Мы всякие так сделаем. Ну, мин нам с тобой не просто так дали же, да? Так, это мы с тобой вернулись, да? Да, это мы с тобой вернулись, собственно. Оттуда, откуда пришли. Получай. Блин, здесь вообще, ну, такая, знаете, большая локация довольно-таки. Но хер поймешь, куда идти особо. С
особо так непонятно. Ебать. Мины здесь нам есть. Давай, иди. Бам, нахуй. Понял. Хорошие мины. Он сказал, где тусы? Блять, не серьезно. На нахуй. Хорош. Понял. Ну мы пока с тобой, видимо, правильно идем. Там это, как, ну, если по логике брать вещей все, да? То есть, если взять чисто логику. Иди сюда, ёпты. Нам получается с тобой в любом случае идти прямо. Ну погнали, чё, видишь, сохранялки пошли. Сохранение у нас с тобой пошли. Я пока, блин, реально очень, ну, довольно просторная такая, знаете ли. Ух, ёпта, это что? Это ракета. А-а-а, ёпта. Понял. Еще надо смотреть наверх, хорошо. Здесь где-то какая хуйни нету? Вроде нет. Так, фонарик надо зарядить. Да, не, большая ракукация. Просторно довольно-таки для этой игры. Реально просторненькая довольно-таки. Бля, иди в пизду, пожалуйста. Мужик, ну, ты понимаешь, да, что тебе будет, ББ? А, похуй. Я понял. То есть нам сюда, куда-то, да? Или нет? Ну, здесь, так понимаю, можно пройти. Да, можно. Ох, блядь, ты что, мразь? Держи, блядь. Пиздец. Нормально, спасибо, блядь. Самое сейчас такое себе будет, если это демоны нападут, знаете ли. Это будет такое себе, конечно. Что-то еще какое-то разное оружие, смотри, дают. Интересно вообще. Ай, блядь. А, это то, где мы были. Хорошо, я понял. Тихо, все хорошо. Получается, нам с тобой сюда, да? Получается, что да. Блин, давно в эту игру не заходил. Особо. Но здесь явно должно быть топливо, да? По идее, да. Дай-ка его. На, блядь.
Так, вот, да, есть топливо, все. Съебись. Пустая, да? А вторая? О, нет? Понятно. Интересно, однако, знаешь, Очень интересно, однако, получается все, знаешь ли. Получается, нам с тобой дальше идти, да? Я правильно понимаю? Так, куда нам с тобой вообще идти? Он сказал к самолету. А, вон самолет. Ну, погнали к самолету, что? Нет! Тварь! Давай. На, ёпты. Давай. На, блядь. Что, мразь? Не нравится, блядь? Вот и все, блядь. Здесь он какая-то хуйня идет. Не, можно забрать? Здесь какая-то хуйня идет. Ну, пусть идет, что. Нет, что, пусть идет. Он себе попиздал, попиздошил в другую сторону. Ну ладно. Так, ну здесь, в принципе, должен быть где-то лут, я думаю. Вот это, конечно. Ладно, погнали к самолету быстренько с тобой сконим. А чё, куда нам здесь? Вот так, что ли, в обход идти? Мрази, давайте. Опа! На, ёпты! На, нахуй! На, держи, лови! Блять, что? Все нормально, все хорошо. Я так понимаю, нам с тобой сюда куда-то, по идее, или я ошибаюсь? Нет. Ну да, я, наверное, ошибаюсь, да, что нам туда? Да. А куда нам, блядь, тогда? Не могу понять. И здесь везде болото, я вижу. А, во. Что это, блядь? Ну, это я понял, что здесь вот эта лодка. Хорошо, нам сюда нужно прийти с того канистру. Но как нам пройти к самолету? Он сказал, у самолета же, да? Да. Смотри. Что? Там мне шашлык принес. В холодильнике стоит сейчас. Поехали. Давай. Давай. Смотри. Опа. Давай. На, ёпта. Шо? А, две сразу? Ёпта. Все нормально, все хорошо. Ну подожди, нам не сюда явно. Это я уверен, что нам не сюда с тобой. Может, где-то здесь мы найдем с тобой еще какой-то проход. Да, давай. Шо. Что, сыкотно, да? Ну вот и все, вот и поговорили.
Ну, всякие твари здесь, что, блядь, вообще творится? Подожди, это мы вернулись с тобой назад. Нам нужно к самолету. Самолет где-то там вообще. Нет, это мы вернулись с тобой назад. Нам... Да... Да что ты, блядь, да что ты, давай, давай. Ну давай, блядь. Так, нам явно не сюда. Там стой. Опа. Подожди. Мне показалось, ладно. Нам с тобой нужно вон туда как-то пройти. Каким-то образом нам нужно с тобой вот сюда пройти. Каким-то образом нам нужно с тобой вон туда пройти. Ну, бля, каким образом мы к нему пройдем? Каким образом мы туда с тобой пройдем? Если здесь... А, вот. Вот какой-то есть переход. Хорошо, понял. На, ёпта. Смотри. Бам, ёбано. Так, вот поэтому по этой, да, теме все хорошо. Допустим, вот по ней пройдем сейчас. Допустим, мы сюда с тобой прошли. Нам нужно... Очень-очень... Да все, все, бибу соси. А что, он не открывается? Что? Really? О, да. Посмотрим, сколько коробочки, то что нам нужен лут. 100% нужен лут. И еще фильтры очень сильно нужны. Было бы неплохо найти тут фильтр, знаешь, блин. О. Это мне такое надо. Пустая, да? Ты кто, мразь? Куда нам с тобой? Что это было, блядь, сейчас? Ну хочешь, смотри, смотри, хочешь очень быстро с тобой туда пройдем? Хочешь? Готов? Готов? Ты надо вспомнить деревяшка. Поехали. Смотри. Максимально быстро проходим сейчас. Смотришь? 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 А где? А, вот, нашел. Ну вот и все. Ну вот и все. Там вроде какой-то лут был, да, я так понимаю. Чаще скажут, отбивайтесь. Да, вот лут. Да ты видишь, что нам нужно отбиваться, пожалуйста. На. На. Иди сюда. Иди сюда. На, ёпта. Бам, нахуй. Чё, реально нам отбиваться нужно? Ну, серьезно. О, ёпта, ты кто? Здорово. Ай-яй-яй, больно. Смотри, смотришь? Да дай! А что? Бля, дурак? Пиздец. Что такое? Погнали, давайте. Давай, иди сюда. О, здорово. На, держи. Здорово. Давай, бам, на. А, ему похуй. Ух ты, ёпта.
Прикинь. Давай. А, вот съебался, что. Нам демон стоп помог. Прикинь, какая тварь здоровая, это вообще жесть. Быстрее давай! Ты видел? Хоть что за тварь? Но демон, видишь, нам помог. Спасибо демону, что помог. Все, собственно, да, все. Все. Ну, это типа был босс, типа не босс такой. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Глава называется церковь. Ну, понятно. Я испугался вот этого. Вот так когда делаешь. Опа, вот это нам такое с тобой надо. Фильтра нам с тобой дают. Это очень хорошо, что нам дают с тобой фильтра. Это очень хорошо. И что, куда нам теперь? Ну туда, в дом. Я просто не пойму, куда нам. Понятно. Я слышу тебя. Артём, повторяю, если ты меня слышишь, иди. Артём, если ты меня слышишь, это Анна. Мы ждём тебя. Ты... Анна? Анна? Что? Подожди. Прямо вот секундочку. Правление. Нет, не то. Инвентарь. Силогаз ПНВ. Вот, ПНВ. Нам получается вот сюда нужно его ставить. Да. О. Поехали. Так будет виднее нам. О, так вообще хорошо видно. Слава богу. Так, что у нас тоже задание там? Встретиться с рейнджерами в церкви. Ну, погнали, что. То где она, блядь? Это очень интересно узнать у вас. А, он туда, видимо, да, куда-то. Что здесь я не да, скорее всего, туда. Что здесь поблизости ничего такого больше я не вижу особо. Да, нам с тобой сюда. Кричит, блядь, здесь. Нам
получается, сюда. Я иду по этим огонькам. Видишь, здесь такие огоньки сделали, вот. Специально, ну, для таких, да, как. Ну, освещение, грубо, вот костер, там, видели, зеленый такой огонечек есть. Специально для нас с вами сделали. Ну, сделал для тех, кто не понимает, куда и что идти, блядь. Ну, для таких, как я, да, для таких, как я. Как говорится, да. Как говорится, нет. Или да, ну да. Бля, опять ты. Ебать, ты кто? Блять, а где термина, нахуй? Все хорошо у тебя или что, блять? Что сейчас было? Нормально. Взял просто так, блять, здесь. А поменяем с тобой на всякий случай. 3 минуты у нас с тобой еще есть. Минута теперь есть. Бля, ты понимаешь, что здесь еще где-то? Вон, смотри, тварь, я видел ее. Погнали, ладно, пока. По полям, синий трактор едет к нам. Отсосешь ты, долбоёб. Бля, куда я иду? Я хуй его знает, ребята, честно, где я, блядь? Помогите мне! Ай, больно. Алё, блядь. Что-то больно было, если... А куда идти-то, я не могу понять. Подожди. Ну вот мы с тобой здесь опять. Снова, да? О! Куда нам идти? Я не пойму. Я неправильно пошел или что? На, ёпта. На, блядь. Давай, 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 давай. Сюда, сюда, сюда. Беги. О, блядь. Орда целая, да, здесь? Похуй, да? О. Вроде так нам с тобой получше. Как будто бы. Так, ну куда нам идти-то? Вот сюда, что ли? Наверх куда-то? Я не пойму. Нет. Значит, все-таки туда нам с тобой, сюда, вон, да, какие-то огоньки там есть, так понимаю. Да, посмотрим по огонькам с тобой. Нам вот сюда. Зачем-то. Хотя мы... Ну, слушай, мы же отсюда пришли, нет? Ой, пока, блядь, пока. Блядь, какая ты тварь ебаная, я тебе говорю. Что, да пока, пока, мужик. Блять, а можно включить? Алло. Охуенно. Блять, не туда заплыли. Вон, я был упрямо, так понимаю. А, все, вот сюда нам. Вон туда нам идти, так понимаю. Я просто не пойму, куда идти, кого. А что? А что с управлением, алё? А почему? Все, у меня мышка не шевелится. Да, я в шоках. А все, я не могу. А, я провалился. Подайте текстуры, что ли. Ну вот опять же, блин. И что мне делать с этим? Ну я по текстурам валяюсь, я вижу, блядь.
Блять. Да не, блять, это нужно проходить опять до сюда. Ладно, давайте это сделаю к следующей серии. Спасибо за просмотр, только серия была, в принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте, ну это пиздец, второй раз багуется, блять, ну это чекпоинт, причем это пизда полностью. Да уж, давайте, увидимся в следующих сериях.